Если у тебя маленькая грудь и тебя это не устраивает, то есть одно интересное решение для тебя, которое может спровоцировать рост твоей груди. Все мы знаем, что пот является нашим естественным феромоном, а пот, который выделяется у мужчины в паху, является суперактивным феромоном, который может влиять на женскую сексуальность. Ставь лайк, а я пока объясняю. Исследования показали, что если женщина на протяжении долгого времени чувствует эти феромоны, а нужно прям внюхаться, то это может спровоцировать ее рост груди. Также эти исследования показали, что эти мужские феромоны могут влиять на общую женскую сексуальность и привлекательность для мужчин. Что я могу сказать? Нюхайте на здоровье! А вы знаете, пусть нюхают, нюхают. Полемысли у них такие.